Их ролики рушат стереотипы о том, что интересное видео должно быть коротким. Истории из жизни челябинских гимнастов могут длиться от 30 минут до часа, при этом набирая миллионы просмотров. Всем привет! Сегодня будет необычное видео. Гимнасты будут пробовать гимнастический футбол. Раз мы не можем болеть за свою сборную на Евро, сейчас мы будем создавать вам новые эмоции футбольные, но от гимнастов. О, пошла игра-то какая! Так. Ярик пошел в атаку и выпинывает мяч. Идея продвижения челябинской команды по спортивной гимнастике в соцсетях родилась у ее тренера Андрея Телицына. Сначала выкладывал ролики в Инстаграм, затем зарегистрировался в Ютуб и ТикТок. Сразу же уточняет, он не профессиональный блогер, поэтому просто рассказывал о жизни своих подопечных. Влоги соревнований и тренировок, советы начинающим спортсменам и веселые челленджи. Самые разные форматы, я не хочу именно, то есть есть такие, которые более популярны, но я на них не ограничиваюсь, потому что, да, там некоторые обучающие видео, там, может быть, не очень популярны, там, стойка на руках и так далее, но я знаю, что они нужны людям. И они, я знаю людей, которые потом сюда, ребята, приходят, они уже умеют спичак, стойку, шпагаты и все. Мы вот смотрели ваш YouTube-канал и пришли сюда заниматься, и уже приходят готовые. Здесь нет постановочных трюков и профессионального монтажа. Снимают чистый спорт. Особой популярностью пользуются зарубы. Сегодня я зарублюсь с Серегой, также известным как Сергей Александрович. Сергей Александрович, машина! Мы с Серегой зарубаемся уже третий год. 13-14. Зарубы на кольцах, бревне, коне, в общем, на всех спортивных снарядах и не только. При этом не для того, чтобы показать свою силу, а привлечь внимание к любимому виду спорта. Мне очень понравилось все, которое я снимал в Сочи. Я там был на сборе. Там за молодежные сборные ездила на сбор восстановительный в Сочи. Вот я там заснял вот влог как раз весь день. Там он что-то минут 30 идет и набрал уже 300 с лишним тысяч просмотров. Сегодня у спортсменов ответственный день. В Челябинске стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. 15 городов у нас приехало нам на этот турнир. 130 участников. Данные соревнования у нас в городе Челябинске проходят впервые. И вот наша муниципальная спортивная школа по спортивной гимнастике по материальному обеспечению может принять такие соревнования. На трибунах не так много зрителей, но в соцсетях их опять будет сотни тысяч. Своими успехами челябинские спортсмены обязательно поделятся в Ютубе и Инстаграм. Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал-1.